Всем-всем привет! Мы сегодня проводили розыгрыш 200 гривен от нашего интернет-магазина Мастер Плюс. Условия были очень просты, нужно было просто вступить в группу и сделать репост первой записи, а именно вот этой. Сделал репост 22 человека, и сейчас мы с помощью приложения «Выбиратель» выберем счастливчика. Копируем ссылочку. Заходим в наше приложение, выбиратель, копируем ссылочку на данную запись и выбираем количество победителей номер один. Один победитель. Нажимаем выбрать. Так, программа думает, ждем. Ждем. Анна Щупина. Смотрим, что страница была заблокирована, а именно, скорее всего, это был какой-либо фейк, либо другой аккаунт, ну, который, в общем, сейчас уже удален, и мы не можем с ним сейчас связаться. Поэтому мы сейчас сделаем еще один розыгрыш и выберем еще одного победителя. Победитель у нас, смотрите, Ирен Ирис. Заходим на ее страницу, смотрим. Запись. Первая запись, как и было в условиях, закреплена. Так. И смотрим, есть ли данный человек подписанный на нашу группу. Давайте зайдем, скопируем ее имя. И посмотрим. Поиск. Да, как вы видите, данный человек есть подписан на эту группу. Поздравляем нашего победителя и желаем всем в будущем побед. Всем пока!